На чем еще можно порофлить? Каждую игру приходит. Но я уже протестировал. Фигня. Мука очень неплохо здесь зайдет. Ну, так как есть звери, Рено, наверное, давай. Это мой выбор. Я хочу через это сыграть. Угу. Ну, я для этого Рено и брал. Потому что есть звери. Вот. Это свинобраз. Свинобраз, то есть зверь. Оп, и побежал. В нору. Тут вот есть тоже есть этот. Ну, вот этот есть. Ну, вот, вот этот. Много зверцов здесь будет. А, ну на демонах решил. 10963 подписчика. Ну, посмотрим. Завтра видосик выложу. А может повезет, повезет. Стукнет 11 тысяч. Принесу кексов на этот воскресенье на стрим. Отпразднуем момент. Давай рольем. Мы это уже проходили. Был такой момент. Ну, был момент, был. Недавно, пару стримов назад. Я в моменте, кстати. Я, естественно, забайчусь, потому что я хочу. Они сейчас все равно вернутся в пул. Так. Будет сегодня пати, не знаю. Мне тут хочется поиграть. Хотя, если честно, мне тут не хочется играть. Можно пати-пати. А, это набирает. Это все в дело идет. Давай, давай, давай! У меня вообще нормально все. Первые победы. Ой, какая... Это новая картина, кстати, видишь, в Харстоуне. Давно не видел такого. А ты не ожидал? Ну и я, кстати, не ожидал. А для чего мне абилка нужна? Да что там говорить? Легкие победы, они такие, они самые прикольные. Это самая легкая победа за сегодня. Я сегодня целый день выигрываю, вот наконец-то еще раз выиграл, в очередной раз. Даже не почувствовал. А прикинь, сейчас Санечек просто вот сюда ударчик сделает. Ну, первый вдруг ударит. Ну, конечно. Вот сюда ударчик, какой-то случайный момент. Вот так сделаю. Вот собака. Почему все там? Это восьмой ход. Все, ну и там, наконец-то. После этих слов я всегда вылетаю. Думаю, что это может быть из тех игр, тех самых. Не верю, нифига. Ну сколько проигрывать можно? Моменты. Вообще, попугу. Ну сюда. Насчет попугу. Вообще туда и туда надо. Пока в целом не важно. Хватит пыва пить. Я пыва не пью. Это лимонад. Там вот очень не хватает. А, ладно, кину попугу сейчас. Нет. Сюда. Потому что у меня и так две попуги. Если он убьет две попуги подряд, два удара подряд. Ну, наверное, такого не может быть. А это пускай. Сейчас золотой компаньон еще. Как-то слишком хорошо все. Наверное, потому что минус 800 МБ на аккаунте. Но пока что все хорошо. Мать. Он, конечно, выиграть может. Я только что о чем говорил? О том, что ну, он не может за удар убить нафиг два попуга. Не буду туда перерождение кидать. Не, ну, нормально. Наконец на канале будет первый видос про лягух. А тысячу лет, кстати, не было про лягух. Они вообще очень давно не собирались. Ну, красивый лягух. Думаю, что в пятую, там ревендарчик. Ну, апнуть. А смысл мне апаться, если у меня все в этой таверне? Здесь и перерождение, здесь и аргус, здесь попух. Бессмысленно получается. Возьму, он пока ничего не делал. Надо попуга найти. Таунт вот это. Вот это тоже, кстати, можно. Три таунта, перерождение попух, вот это поставится, и все. ГГ? Не ГГ. Потыкается. Ну подтверди же, что из стекла или банки, или монадик вкуснее, чем из пластика. Да. Соло попрыгуха стоит. Смотри. Ну, я ничего не делаю, я не усиляюсь, и при этом я выигрываю. Почему? Потому что золотой рендер. Ну все, можно выкинуть его. Зато еще вот это, два перерождения сюда, и через поставлю. Ну и обилку сюда. У меня вообще в мыслях была тема, чтобы он стоял, вот это золотил и обилку кинуть вару. Но, по-моему, это не очень. Тут вот сюда. Вот она. Я мискрикнул.
Случайно. Ну ладно, не считается, это бобом монета. Сейчас дальше, наверное, здесь сидим. Вот это затаунтим. Попугу в тропе. Еще попугу надо одну найти. И в целом, их игра на этом закончится, пока они не найдут пыша. Как только пыш появится, все. Надо было ревендеру стат поднять на всякий случай. А как? Он пытается что-то. А где этот? А, челик-то перед вылетом. Ну, я все собрал, типа. У него есть имба, это рыба. Здесь вот это. Это главный противник здесь пока что. Вот этот. Чем два перерождения попугу, если лучше в щуку? Попуг может до конца игры стоять и не собраться. Какая щука? Зачем щука вообще? Ну это катка на скиле, типа, знаешь. Из тех игр, где ты, что бы ты ни делал, ты все равно выиграешь. Да-да. Это для будущего моего, для пыша. Потом выкину и поставлю попугу еще одну, если придет. Ну есть смысл сюда кидать? Вроде нет. У меня все равно оно тыкается, оно раскрывается, потом оно тыкается, потом не... Ну нет, бесполезно. Можешь попробовать собрать потом такое. Сейчас ты увидишь это полное раскрытие, если увидишь. Надеюсь, что мы это увидим. Это вообще сказка. Посмотри. У него мало просто. Раньше было лучше. Раньше на попуга тоже перекидывалось. У тебя в конце оставалось два попуга, которые делали миллион-миллион друг на друге. Это потому что у него мало. Было бы у него нормально, у меня бы сейчас бы здесь красиво было бы. А у меня пока что 50 на 50. Я могу не успеть, потому что они сейчас все вылетят. Второго не таунчу, я так играл с двумя таунтами, это неправильно. Вместо одной крысы получается еще попуг, да? Давай обнимемся. Пускай доиграется как-то. Так я сегодня на 2% вылетел. То есть у меня там было, ну, топ-1 должен был быть. А я на 2% вылетел. И что думаешь? Ничего, нормально. Ура, антипыш. Ну да. Совчик антипыш. Всегда. Ну вот это уже красиво. Сейчас на превьюшку пойдет. Момент. Момент превью. Хотя маловато. Он немножко вот не пробивал. Хотя 200-200. Ну маловато, хочется побольше. И не хватает им чуть-чуть. Ну немножко не хватает. Да, а что еще? Попуг, да? Возьму, поставлю тогда, когда соберут триплет крысы. Попуг. Ну, таких столов давненько у меня не было. Пышек, здравствуйте. Ну, пышек у нас крысу бьет. А, кстати, может, не бьет. Не бьет. Чел первый ударил. Я же не вылечу, правда? Ну, я не вылетел. Может, еще кто вылетел. Ладно, Сафа зарешает сейчас. Даже второго попугуни. У него вообще шансов нет. Можно, конечно, закинуть. Давай подумаем. Я очень редко это делаю. Думаю. Давай подумаем. Я сейчас сделаю вот так. И продам его. Это нормально будет? Или мне он нужен? Или все-таки ара нормально? Там такой стол, что у него, ну, фигня стол. Нужен. Ну, вот и я думаю, что нужен интернет. Получается, мне ара не нужен. Ара дает меньше, чем челиз? Ладно, у него шансов все равно нет. Не, у него нет шансов. Да, пофиг. Все, вот так сделаю и все. Все, пофиг. Это победа, топ-1, все. Тут про этот. Да, нет, топ-1, все. Тебе спорущий нужен. Точно? Какая гениальная игра. Моли ошибок. Ел быка только когда 2 по 200 было. Было такое. Пойдет. Привет, Ютабу. Так. Ютаб, ставьте лайки. Подписывайтесь на канал, пожалуйста.